А всем привет, это Лайф Гейминг Рус, и мы на третьем острове. Lovely. И мы в каком-то прям... Ой, привет. И мы... Сейчас я тебе скажу. Мы на острове сладостей. Смотри, какие конфетки у нас здесь есть. Пряничные домики и все такое. Какой-то чел интересный. Тут их много. Похоже на людей. Ты кто такой? Давай, до свидания. Котенок! А я тебя могу взять? Херас там. Привет, котенок. Давай посмотрим, что нам принесло еще раз. Пушки. Что там? Копитул! Посмотрим, что за копитул. The copy tool. Capitol. The copy tool makes it easy to take copies of things you find. You can also use it to duplicate your own creations. Just place the box around any brick-built model that you like the look of, adjust the size, copy it, and then you can place it anywhere you like. You can also save creations to the My Builds gallery, so you can take them to other worlds. А с помощью этой штуки мы можем копировать все вокруг. Суперская, я думаю. Ух ты! А это что такое? Кисельные берега? О, жалко, что в киселе никто не живет. О! Отлично. О, подожди. Так, на... Так, это мы ландшафт. Discovery. Я хочу кошку. О, кошку. Tabby Cat. Так, мы все будем изучать теперь. Че, всем нужно что ли копировать сразу же все? Понадобилось. Фу, прикольно. Вам не хватает, что ли, того, чего уже натворили, гады? Sweet Tower. Так, подожди. Вот такую хочу. Жрите котов! Тьма котов! Тьма! Как я люблю котиков! Всем по котику. Волка. Так, все, хватит котов. Так, ладно. Пойдем дальше все изучим. Блин, я столько котов создавал. В жизни столько котов не делал. Так, что тут еще бы поисследовать, так сказать? Что это гигантская конфета? О, смотри, еще один пряничный домик. Я успею со всеми с вами поговорить, вы не волнуйтесь, вы так. Куча конфет, миллионы. Ладно, тогда начнем с простого. Я понял, что тебе нужно. Сколько котов, теперь вообще прям супер. Так, что тебе надо? Расскажи мне, дружище, я тебе помогу. Так, убираем пушку. Я хочу другой, такой же домик, как этот. Ты можешь сделать это? Houses standing all alone are a sorry sight. There should be at least one more to keep it company. Так, курсор вверх и вниз. Так, ладно. Центр. А, ну это понятно. Hold to drop box to hide set. Подожди, а я...
Так. Вот так вот хочу. И вот так до самого верха. Отлично, я выделил. Теперь как мне... Так я его скопировал, нет? Походу нет. Так, еще разочек. Так, сделали, наверх подняли. Выделили. Так. А теперь-то что мне сделать? Вот это что такое? Edit and save. You can adjust the finer details of your model here. Add bricks, remove bricks, or just leave it as it is. If you're happy with it, name it, frame it, save it for later. Да, house one будет. House one будет у нас. Пойдет, мне пойдет. Все, окей. Now, don't forget, the Discovery tool can place anything from your collection, including any models that you've saved. Бла-бла-бла, подожди, а где тебе? Подожди, так. Discovery? Вот, Bricks, House. А как эти... Куда мне тебя поставить? На, держи! Такой же дом, как ты и просил. Хо-хо-хо-хо! Мы научились копировать целые дома. Шикарно! Смотри, я ему сделал домик. В принципе, такой же, да? Да. Copying isn't cheating. It's just saving time. Уи! Я гоняю на тележке! Понятно. Понятно, погоняли на тележке. Так, что нам предстоит дальше? Много котов, как. Что я обожаю котов. 1000 наделали. Хыч-хыч! Двойные прыжки это моя страсть. А я единственное не могу здесь ничего разрушать. Так печально. Так, talk with him. Точно не нужно поговорить с ним. А я могу вот это разрушить? Ну хотя бы это смог. Кто там, кстати, плавает? Что за угорь? Что это такое? Sandgreen fish. Так, ладно, поговорим. Чё тебе надо? Somebody, кто-то съел мою стену. Ты можешь сделать для меня еще одну? Building crew? Это что-то новое? Смотри, мы еще что-то новое открыли. Давай посмотрим, что это. Build tool. This is the build tool, giving you ultimate control over the fundamental building blocks of the universe. You can increase your collection of bricks by capturing those pesky troublemakers. Be creative. Make something amazing. No! Make something amazing! Excellent. Ah, building one brick at a time. The old-fashioned way. Now you can make exactly what you want to, in every detail. Нормально. Так, что я вообще творю? Нам же нужно было красивую построить. Раз. Два, три, четыре, пять. Так, space курсор повыше. Ну-ка.
Все, что ли? На, держи тебе мега-стену, дружище! Все? Тебе нравится? Да, я закончил. Вот эта стена. Мне бы такую кто-нибудь сделал. Я бы очумел. Короче, требуйте свои деньги обратно, если вам горе такие строители, как я, начнут такие стены. You'll collect more and more different kinds of bricks as you explore new Lego worlds. Короче, мы... Ой, а я хочу такую. Ну-ка, поэксплоруем. А я уж тут, наверное, миллионы понаоткрывал. Да? Конфетики всякие. Ну, машинки это понятно. Кошечки понятно. Так, прячем. Раздели. Так, и что нам предстоит дальше? Смотри. Ой, что это? Сундук? Или что? Давай попробуем открыть. А если так? И что-то там прям невероятное должно быть у нас. Вау, Paint Tool, красить. Paint Tool у нас появился. Да? The Paint Tool. Paint Tool, мы будем Select красить. The Paint Tool to change the color of anything in your world. Just choose мира. A color and slap it all over the place. Go crazy! Путь сумасшедшим. Or Just paint one brick at a time. Make your world a brighter place. And notice that changing a brick's color can sometimes change its characteristics. Paint it black, paint it pink, paint it lava. Lava. Договорились. Так, что ты хочешь от меня, белый дом? Ты зачем из белого-то кирпича все построил? Это только лошары так делать? Ух ты, я могу надрать ему задницу. Я разбил чувака. Господи, я убил его. Ха. На второй этаж, что ли? Кто-то построил там что-то. Ладно, а еще выше могу? Так, а выше ничего нет. Мяу. Ладно, все, выше ничего нет. Договорились так с тобой. А ты не видел, что я его приштырил, да? А его и нету больше. Ха-ха-ха-ха-ха, нету чувака. Так, что тебе надо, расскажи мне. Пожалуйста, покрась мой дом. Какой-нибудь красивый цвет. Вот у нас. Ну, давай. Так. Paint brick. Change color size. Давай максималку сделаем. Я тут не собираюсь целый день торчать. Так. Пик моды, шейп, курсор даун, центр. Так, подожди. О, вот, я, кстати, нашел. Давай, давай как и на картинке. Ух ты! Вот это покраска, вот это я понимаю. Профессионализм за 5 минут. Все, я, кстати, тебе все покрасил. Я все вокруг покрасил. Хочешь, и тебя покрашу все. Кота не могу покрасить. Ну все, в принципе, я справился. Ты чувствуешь? It's a shame when something looks that plain. It really could do with a splash of color. Hey, еще разочек покрасим. Все, хватит уже краски. Я его уже один раз покрасил. Конечно, готово. Отдай мне мой кусок золота. Наконец-то. Да, ура! Вот это я понимаю, вот это игра. Какие тут только возможности еще можно придумать, я не представляю. Шикардос.
Третий ранг. Explorer Builder. Так, another вот. Challenge overcome and a just reward. Ten, go. Он дерется со мной. This will power up the rocket and Хуй give it да. enough energy to reach an unlimited number of Он new worlds. Пытался меня убить. Get back to the rocket if you're ready for adventure. Естественно, я готов. Сейчас я только перебью всю вот эту вот толпу. Ладно, не буду перебивать, там еще много будет. Так. Дадим нашей золотушке. Она очень их любит. Ракетки. Your rocket can take you to new worlds. Head back there when you want to seek out adventure elsewhere. Все, я готов, кстати. Полетели. Select the Find World button to discover new worlds in the galaxy. There is no limit to the number of unique worlds you can discover. Keep on clicking until you find one you like the look of. Ух ты! Вот это да! Вот сюда я точно хочу! Здесь можно еще всякие выбирать, получается, другие города и страны. Полетели на новый остров. И у всех он будет разный.